По внутренним туристическим поездкам для школьников и студентов возврат части затраченных средств, кэшбэк, должен быть круглогодичным. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей». Сейчас в нашей стране возвращается 20% от суммы затрат на туристические услуги внутри страны, но не больше 20 тысяч рублей. Но это правило не работает, когда у школьников и студентов каникулы. По словам президента, кэшбэк для них в каникулы в будущем должен действовать. При этом нужно увеличить и долю возврата средств. Владимир Путин добавил, что в ближайшее время поручит правительству подготовить такую программу.